Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона, и сегодня у нас очередной ПК фульджества, улучшение команды недели 14, не знаю, что значит 14, обменяйте состав, чтобы получить гарантированного игрока команды недели, может быть это 14 неделя, не совсем понимаю, пишите комментарии, если знаете, с общим уровнем 81 плюс не для продажи, давайте посмотрим, кто у нас вообще есть на сегодня в команде недели 81 плюс. Здесь, конечно, очень много всякой различной шляпы. Продавать нельзя, поэтому если я получу шляпного игрока, ну, соответственно, он у меня просто будет, так сказать, в команде находиться для ИПК какого-нибудь. Ну, давайте возьмем, каких игроков я себе точно оставлю. Итак, это точно Алонсо. Если я получаю Алонсо, я стопудово, наверное, ставлю его на левый фланг и продаю, не знаю, наверное, Блинда, скорее всего. Вот. Идем дальше. Кого бы я выпустил в свою команду? В принципе, конечно, без сомнения, Сильва. Если я получаю Сильва, он у меня в составе, тут без вариков. Ну и, конечно, я оставлю, несомненно, это просто будет эпический момент, блядь, получить непродажного миллионного игрока, Неймара или, соответственно, Суареса. Ну, слабо верится, конечно, что... Вот, кстати, еще Мою можно оставить. Он, по-моему, из... какой? Из Хандерсфильда, да. Тоже, блядь, нехиленький игрок-то. Ну что, ребят, давайте смотрим. Смотрим, кто это будет. Никто не знает. Это может быть один из этих игроков. Просто вот простым нажатием кнопки можно получить непродаваемого игрока за миллион монет. Слабо верится, но верится. Погнали. Улучшение команды недели. Игрок из команды недели. Ну что, с Богом, ребят. Фух. Кто? Какая страна? Немец. Вратарь, сука. Из Баварии. Шляпа! Шляпа! Блять, почему он? Ну, блять, ну это пипец. Ну как? Ну ладно, ребят, ну что, ну, блять, все уже поздно. Кстати, да, я совсем что-то забыл сказать про игроков, которые у меня в составе. Кого-то я там купил, в принципе, там все были известные лица. Кто-то у меня просто был в паках попадался. Да, и где этот? Блять, ну даже если его продавать. Ну да, 15 тысяч. Блять, ну никак не хочется, крутой игрок, соответственно, попадаться мне. Попадается шляпа. Ну ладно, в любом случае есть игрок для ИПК, да. Вратарь, что неплохо. Немец, с ним можно всегда что-нибудь связать. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждем ИПК Англия с нетерпением. Ну и там-то уж паков будет предостаточно. Всем пока, играть FIFA 18.